Всем привет! Сегодня хочу вам заснять, показать, как купается наш малыш енотик Яша. Ну, он любит, конечно, чтобы ему клали в ванночку всякие тряпочки. Там лежат тряпочки, чтобы он вытирался потом. Здесь у него мячик, его утенок. Потом еще он пенку там себе взял, мыло кусок. Ему нравится его ловить, ему нравится то, что он ускользает. В этот момент он заодно и моет лапки свои, и живот. Сверху он лить воду совершенно не дает, он сразу же нервничает. Первый раз, когда я начала лить на него водичку, чтобы помыть, он меня укусил. Я тогда еще не знала, что вот еноты терпеть не могут мыться, они любят только стирать все. Вот чем он сейчас и занят. То есть он то стирал вот эту фиолетовую тряпочку, то утенка. Сейчас вот, сейчас что-то Яшенька делает. Сейчас он ловит мыло. Вот. Такой сегодня у Яшеньки банный день. А если вам понравился наш Яша, то поставьте ему лайк. Подписывайтесь на наш канал. И скоро выйдут новые серии о том, как Яша проводит свои беззаботные дни. Яша, ты целый день спал. А, Яша. Раньше балкон был место обитания рыжика, и рыжику без балкона, конечно, приходится не очень сладко. Вот когда он просится на балкон, он занимает верхнюю полочку и оттуда шугает Яшу. Но Яша очень любопытен, рыжик, и он всячески старается к нему пробраться. И так они по-доброму играют. Яшечка, Яшек, Яшек скучал, Яшек скучал.